Кто там опять прилетел? Блин, это друзья, враги, кто? Что происходит? Нас что, начнут рейдить? Или это свои? Тревога! Тревога, пацаны! Так, пацаны, подтягивайтесь потихоньку. Да-да, садитесь на Гигу и на Рекса. Здорово. Кто такие? А, какие-то китайцы. Но если это китайцы, значит, есть возможность договориться. Да есть у нас Гига, вон он. Походу они убили волка. Да, они походу убили волка. Так, пока наши тут соображают. Так, ну наши ребята тоже подтянулись. Мы, говорит, ищем хорошего грифона. Нет, Тандер, пока не надо. No, Thunder, don't attack, please. Ага, типа ищи грифона 200 уровня. Да, здесь очень много грифонов. Мы видели. А этот, говорит, мы не видели. Очень много грифонов, но не в нашей зоне, не в нашем районе, а чуть дальше, ребята. Мы играем на центр 5, не здесь. А, значит, не местный. Блин, какая-то ситуация накаленная тут. А почему мы? Можно укусить. Моногаром хочет попробовать укус. Блин, пацаны, не надо. У нас здесь нет врагов. Ребята, вы пришли не по адресу. Таннер говорит, моногаром должен быть очень вкусным. Можно попробовать. У нас здесь почти нет врагов, ребята. Мы не хотим каких-то проблем. Блин, сказать кусай, нет. Сказать кусай, нет, что делать, что делать? Укусит, начнется замес. Не укусит, может быть, тоже начнется замес. Нет, лучше пока не надо. Мы вам тоже... Нет, не кусай. Мы вам тоже не враги, ребята. Мы не ваши враги. Но кусать нас тоже не надо. Укусишь, получишь. Блин, но шансы у нас реально не очень большие против Моногарма и особенно Ядовитой Виверты. Они нас здесь раскатают по полной. Гига здесь не затащит. Вроде бы все обошлось. Хорошо, что он никого не укусил. А то у меня тут анкила приручается. А тут такой кипиш. Не-не, ребята, мне тут кипиш не нужен. Мне анкилка важнее. Фу, Кип, ты опять фалвал ПВП. Ты нифига не ПВП, фу. Я хотел смотреть ПВП. А ты тут тёвки твёв. С какими-то китайцами. Иностранцами. Фу, Павло. Ну а как я должен был поступить? Сказать давай укуси его? И лишиться базы? Нет, здесь на офах очень четкая политика. Я в этом очень хорошо убедился. Здесь многое зависит от политики и от разговоров. Ну и еще я собираюсь пойти на Генезис за Блудсталкером. Вот потихонечку готовлюсь. Блудсталкер — это крутая тема. Мой любимый Дина, кстати. Но у меня возникло очень срочное дело. Возле нашей базы был обнаружен очень хороший тираннозавр. Тековский. Хорошего уровня. Сейчас мы выдвинулись его приручать. Не очень, конечно, удачно мы его усыпили. Место не самое лучшее. А может быть, как раз таки наоборот? Рекс спит. Процесс идет.
С первосортным мясом у нас проблем нет. Блин, сколько тут спама у них, а? Да-да. Вроде бы все хорошо, тихо и спокойно. Очень редкий момент. Кстати, действительно, такие моменты на официальных серверах, они очень редки. Чтобы вот так вот тихо, спокойно. Рекс томится, пацаны делят опять какую-то живку. Чья где? Вечные проблемы. Так, что за моногарм? Друзья, враги. Блин, как мне это все надоело. Так, враги. Да, походу враги. Походу это те, кто недавно взорвали нашу базу. Блин, нужно спасать скорее Терекса. Ну, в общем, там все обошлось. Были опять небольшие терки, но в итоге все хорошо. А Рекс под чужой базой вызвал интерес у наших соседей. Смотрят, статы смотрят, что за Рекс смотрят. На Гигу смотрят. Хорошо, когда у тебя мирные соседи. Прям здорово. Вот стоим толпой, наслаждаемся там линием тираннозавра. В каждом трайбе есть совершенно разные люди. Кто-то томит живку, кто-то фармит, кто-то любит ПВП, а кто-то... Да-да, кто-то вот страдает такой вот фигней. Кому-то точно нечем заняться. О, мой парзуролов приручился. Отлично, сейчас буду собирать ягоду. Да-да, нужно очень много ягоды, как всегда. Решил я поставить нашу собственную томилку для аргентависов и грифонов. Вот думаю, как бы ее лучше расположить. Так, тут не пойдет. Вот здесь. Да, и вот так. О, отлично, начало положено. Нужно еще пару ворот. Что там опять такое? А, ну, это не сильная угроза. Уже эта угроза нам не страшна. Давай-ка, не мешай мне тут заниматься постройкой ворот. Вот так. Кстати, да, ловушку я почти закончил. Осталось только ворота. Так, все пока мирно и спокойно. Спокойствие длилось недолго. Начались какие-то обнимания. Это теперь групповуха пишет. Какие-то ребята непонятные. С другого сервера. Гриферы. И эти гораздо более агрессивные. Гораздо более опасные. Непонятно кто. Так, ну-ка отойди от меня. Не подходи. Китайцы. Нет, это не китайцы. Или китайцы. Сейчас будем разбираться. Блин, у нас это вот это плато с томилками. Тебе нравится, Рекс? Видишь, как угрожает наши тактично. Да, нравится, капец как нравится. Эй, отпусти меня! Че ты делаешь ты? Поставь меня на место. Блин, дебил. Так, нужно сохранять спокойствие и хладнокровие. Так, чё, получить хочешь? Ага, китайцы. Я, говорит, просто хотел тебя поставить, ничего такого. Типа, чё вы творите, пацаны? И
Ничего мы не творим, я просто ему помог. Ты чё сразу за ружье хватаешься, блин? Пацан, я ж тебя на место поставил, а ты сразу ружбайку достал. А, хорошо, извини. Хер вас поймешь, блин, кто, чё, как. Ну, парень, конечно, это расстроился. Этот хвастается раскрасом, пытается разрядить ситуацию. О, подхилили. Ладно, хватит. Обнимашки? Не-не, пацаны, вы чё? Наши пытаются разрядить обстановку. Те вроде бы тоже мирные. Но не совсем. Что-то мне здесь все не нравится. Но в отличие от предыдущих, с этими грифферами, я думаю, мы разобраться сможем. Поэтому можно вести себя более наглым образом. Так, и что ты тут стал? Капец, ты здоровый. Вот кобыла. Пацаны пишут нашим друзьям. Ты моя дочь. Ага. Моя белая дочь, ты будешь моей белой дочерью. А ты сейчас свинца у меня отведаешь. Уйдите вообще от меня, блин. И не подходите. Так, подоспели наши друзья. Да, это они. Ну и ситуация сразу как-то начала меняться в лучшую сторону. Сразу все стали как-то более добрыми, общаться без подколов и приколов. Вон уже хилят нас. Ну и наши более такие адекватные. Но пацаны уверяют, что мы слили им какого-то динозавра. Причем не могут сказать какого. Вроде бы как грифона. Но мы никого не убивали. Наши соседи и друзья говорят, что да, типа мы слили динозавра. Ну не знаю. Вроде ничего такого не было. Наши точно никого сливать не будут. Ну все. Улетаем. Наши еще и провожают до ворот. На официальных серверах очень тонкая политика. Вот за эти дни, что я здесь играю, я заметил, здесь все решает политика и разговоры. Да, безусловно, очень много всяких неадекватов, очень много дебилов, но есть и очень много адекватных людей, очень хороших игроков. Когда действительно, когда ты не знаешь английского языка, ты не можешь смотреть и в полной мере оценивать происходящее на серверах. Либо когда ты бомж, тебе кажется, что все вокруг тебя ненавидят, все вокруг хотят тебя убить. Да, безусловно, это так. Но чем больше ты развиваешься, тем больше твоя игра превращается в политику. Как-то так. Хотя, не знаю. Ну а ты поддержи меня лайком и подпишись на канал, если не подписан. И поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующий эпизод. А на сегодня это все. С вами был Keep Games. До следующей встречи. Пока.